Цены на нефть вновь падают на торгах. В Лондоне за баррель марки Brent в какой-то момент давали меньше 28 долларов. В целом же корзина ОПЕК из 12 сортов сейчас стоит менее 25 долларов. Это наименьший показатель почти за 13 лет. В то же время ОПЕК улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть. Пока же на фоне дешевеющей нефти слабеет и рубль. Курс установлен на завтра. Доллар 78 рублей 67 копеек, евро 85,62. Торги на фондовом рынке сегодня также открылись со снижения основных показателей. Индексы МВБ и РТС ушли в красную зону, но сейчас они растут.